Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Люди, имеющие букву «З», в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Отправиться за 3-9 земель, устанавливать торговые связи, прахтовать рыболовецкие суда, исследовать глубины океана на научном судне – эти люди счастливы, когда они оказываются в своей стихии и, как правило, не мечтают ни о чем другом. Часто представители этого имени бывают одинокими в личной жизни, так как все свое свободное время уделяют работе. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В большинстве своем имеет особый мистический дар, позволяющий им читать судьбу других людей, события и даты. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.